Есть несколько брендов, с которыми меня связала судьба. У меня есть автомобили Ford. Мне очень нравятся полноприводные автомобили Subaru. И, кстати, Subaru WRX STI – это самый доступный спортивный автомобиль. Ну, реально спортивный, который можно купить за недорогие деньги. Вот. Очень понравился в свое время Peugeot 406. Ну, помните, фильм «Такси». Но, опять же, вот так у нас судьба сложилась, что те люди, которые продают эти автомобили, вынуждены уезжать за 15 километр. И, к сожалению, не работать с автостопом. Но что же делать тем, кто не хочет ремонтировать эти достойные марки? Ну, к примеру, поменять масло, ехать опять же в сторону Суприка, да еще и дальше. Какой смысл? Когда можно приехать сюда. Вот. Без пробок и без всего есть и объездные дороги. Мы приезжаем на улицу Калмыкова 66/3. В автоцентр Магавто. Для того, чтобы здесь обслужить эти достойные автомобили. Причем сделать это за недорого. Разведи ближнего своего. Именно так называлась пятилетка с 2003 по середину 2008. Разводили ближних на откат. Разводили на обязательное ТО с соблюдением условий гарантии. И только в дилерских центрах. Разводили на оригинальные запчасти. И разводили людей на немалые бабки. Баста, карапузики. Кончились и танцы. На наши деньги. Все включили мозги. Каждый понял, что пусть лучше аренда, но не работа на хозяина, на унизительных условиях. И вот он рынок. Вот они законы свободной торговли. Вот она конкуренция. Вернется ли время лохотронов, не знаю. Учитывать нашу неучитываемую не будем. Сегодня время тех, кто предоставляет конкурентоспособные цены и качество обслуживания. Не так давно это было, но отдельные товарищи мне утверждали, что Peugeot, Citroёn и Subaru очень дорогие в обслуживании. Так ли это на самом деле? И запчасти у них космических цен стоят. На самом деле обслуживание не такое дорогое, как все привыкли об этом говорить. Естественно, если обслуживаться в официальном дилерском центре, ценовая политика будет достаточно высока. Если обслуживаться у нас, то мы можем подобрать хорошую ценовую политику на детали, на обслуживание. Можем предложить запасные части, если это будут оригиналы, то процентов на 10-20 будет дешевле, чем в официальном дилерском центре. Также можно подобрать хороший ассортимент неоригинальных запасных деталей. Это будет экономия денежных средств, времени. Меня интересует и наличие, допустим. Ну, понятно, что сейчас только неграмотный водитель бьет свой автомобиль, у него шары улетают. Достаточно сказать, что шаров при нормальной эксплуатации хватает 1100 пробега. А ну, тормозные колодки, фильтра, салонные, оригинальные меня интересуют. Ну, чтобы не пилить, там что-то не вытачивать. Ну, масла, естественно. Все это как? Как с этим дело обстоит? Масла мы предлагаем... В хорошем ассортименте, в необходимом ассортименте, именно рекомендованное заводами-производителями. То есть, в частности, если делать уклон на автомобиль Peugeot, то получается масло Total, фирмы Total. То есть, предлагаются именно необходимые все масла. В частности, это масло моторное, жидкости ГУРа, тормозные жидкости, антифриз, естественно, масла в коробку. Ценовая политика достаточно хорошая. То есть, еще раз хочу повториться, что это цены ниже, чем в официальном дилерском центре. Мы можем сравнить, в принципе, я вот вижу 4 литра, 1200 рублей, это синтетика? Это синтетика. А фильтр, тормозные колодки? Все расходные материалы, которые необходимы для проведения плановых технических осмотров на автомобиле, есть наличие. Если каких-то деталей не оказывается в наличии в нашем магазине, то мы можем быстренько предоставить с нашего центрального склада. Если же возникает необходимость заказа деталей, то непосредственно плюс, наверное, то, что мы с клиентом можем подобрать как сроки доставки, так и ценовую политику именно на заказные детали. То есть, получается, добро пожаловать во французскую Россию, ну и оппозитную тоже. Конечно, конечно. Цены на обслуживание и детали, я думаю, что приятно удивят наших постоянных клиентов. Что такое полный замкнутый цикл сервиса вкратце?
Это умеющие делать грамотно, опытные и зарабатывающие нормальные специалисты. Опытный специалист грамотно считает показания сканера, наметанным взглядом оценит ситуацию, устранит неисправную деталь и при этом, естественно, не забудет тампон, часы и визитку в брюшной полости пациента. Эти специалисты, уйдя с мест лишения инициативы и возможности зарабатывать, готовы в два раза дешевле и, естественно, качественнее, а тут сочетается удобство, нормальный психологический коллектив, оборудование и зарплата, отремонтировать любые ваши, но предпочтительно японо-субариковские, французо-пежо-ситроеновские автомобили. Как-то, наверное, напрягает немножко владельцев хороших автомобилей, называемые Peugeot, Subaru. Ну, купили, но вот ездить далековато, не совсем удобно из города выезжать. Вы как эту проблему решили? Мы заказали дилерское оборудование, закупили оригинальные запчасти, фирменные масла и ждем клиентов. Насколько это дешевле теперь ездить к вам сюда, на южный выезд из города Магнитогорска? Ну, цены, я думаю, приятно удивят, потому что для владельцев конкретно Peugeot, Subaru, Citroen у нас есть специальные акции, программы и предложения. То есть можно сказать, что по цене это не космос и обслуживание, как нормальные иномарки, но в недорогом сервисе? Ну, я даже могу просто сказать, что выбор запчастей в наличии обширен. Заказ у нас производится, в принципе, в кратчайшие сроки. И даже есть услуга экспресс-доставки. То есть цена запчасти остается той же самой, но, соответственно, если клиенту очень срочно надо. Оплачу ли я за бренд, когда мне надо просто поменять масло? Нет. Мы используем только оригинальные масла, то есть рекомендованные заводом-изготовителем приблизительно для каждой марки автомобиля. И, соответственно, на ваш выбор мы вам предлагаем разный ассортимент запчастей и недорогие фильтра, и в том числе, которые непосредственно ставятся на конвейере завода-изготовителя. Дело в том, что когда мы приобретаем автомобиль и потом уже привязаны к дилерскому центру, мы знаем, что цена, допустим, на банальную замену масла, это, ну, примерно, так скажем, от 5 и выше. Диагностика, которая зачастую сводится к тому, что, ну, просто обсмотреть автомобиль. Это уже 15 тысяч рублей. Если мы спокойненько, а мы с гарантией не спрыгиваем, потому что делаем все качественно, в сертифицированном сервисе. Сколько это у вас будет стоить? То есть каждые 10 тысяч километров приезжать к вам? Если это идет банальное ТОА по программе Peugeot, это будет у вас стоить всего в районе 2000 рублей вместе с работой и запчастями. А такой сложный автомобиль с оппозитным двигателем? А там нет ничего сложного. Кстати, если вы намекаете на марку Subaru, то Subaru обслуживается очень легко. Единственное, конечно, комплектующие стоят денег. По цене на работу у нас это не влияет. Норма час у нас стоит минимальных денег. Делаем, вроде никто не жаловался. Вплоть до того, что сложные работы с капиталом двигателя. А турбинки подлечить? Ну вот вы маленько у нас не застали. Стоял именно Subaru Forester турбовый, с полной капиталкой мотора турбовый. Сделали, клиент довольный. Кстати, тема. Машин в России стали покупать на порядок меньше. Но парадокс, биться меньше наши автобараны не стали. Хотя на заборе крупными надписями написано: автогражданка фуфло, страховщики швырево. Значит, каждый уважающий себя сервис должен иметь и участок жестянки. Это там, в Индии, Китае, Таиланде, Сингапуре, в странах диких и отсталых, просто отпиливают целую половину. Так как из полумиллиарда авто вторую половину найти и проще. У нас стучим, варим и привозим детали. И даже на последнюю модель, что естественно сила. Вести на эвакуаторе смысла нет, когда есть поднаторевший в покраске битых автовозами нулячих таких автомобилей специалист. Если вам с успехом впаривали авто с нулевым пробегом, покрашенные, то не беспокойтесь, шлепнули, отремонтировали и ездим, не задумываемся. Ну что ж, сервис достойный уважения, сервис, в который можно, главное, нужно обращаться, если ваш конь либо ногу подвернул, либо чихнул, есть. Дело в том, что я не хочу опустить полностью все дилерские центры. Я хочу просто всех заставить работать по-честному. А то буквально 2 года назад приехал в дилерский центр и остался без штанов. Это неправильно. Сейчас время-то другое. Сейчас время недорогих сервисов, где умеют делать ваши автомобили. В МакАвто умеют делать ваши автомобили. При этом не только такие марки, как Peugeot, Citroen
и Subaru. Но и, пожалуйста, хотите поменять масло и не хотите ехать никуда, если вы живете в южных районах города, то вот, до рэпа не доезжая до нового, сюда, Калмыкова 66/3.